Тьма рассеялась. Теперь, похоже, мы выберемся отсюда. Для получения сил в храме Элики нужно... каждый сил открывает новую землю. Ну да, так я и думал, в принципе. Спасибо так, за помощь. Ну, мало. О, вот еще. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты ж не позволишь мне упасть, правильно? Такая полезная вещь, вот когти, блин. Ну, по крайней мере, для этого принца. Так, чтобы выбрать новую точку назначения, ну, теперь идем вот сюда. Все, отлично, выбрали. К храм пока что можем не идти. Так, ну куда нам? Нам туда все-таки, блин, я туда хотел, ну ладно. Вот, по идее, этих семян надо собрать аж 1000 штук для открытия новых новых скинов. Вот. Естественно, мы этого делать не будем. Я уже говорил то, что этот самый крутой скин. И для принца, и для принцессы. Так, сюда, да? Направляй. Да, сюда. Все правильно. И сюда. Тихо-тихо-тихо. Это хорошо. Ух ты, спрятали. Я так мог и спокойно пройти. Блин, вот как к этим полианам долго. Важно, каждая семь света. Я уж понял. Не, на самом деле там не важно. Там сколько-то надо, что ли, штук 500 собрать. Остальные вообще не нужны. На самом деле. Хотя я точно не помню. Так. Ага, во. Почти дошли до этого места. Ну, еще чуть-чуть пройти, конечно. Да вон на. Оп. Еще немножко проходим. Блин, колонна за колонной. Когда же это кончится? Ну, на самом деле, ни хрена это не кончится. До бесконечности это будет происходить. Ну, вся игра построена на самом деле на этом. То есть скакать, лазить, блин, да не туда. Другое дело. Так. Так. Нет, нам надо развернуть. Да блин, почему я всегда не в ту сторону разворачиваюсь? О, другое дело. Так, уже немножко осталось. Первые храмы, конечно, первые точки совсем легкие. Потом уже будет где такое. Это часть королевского дворца. Ты жила тут? Только ты и твой отец? Здесь жили многие люди, которые потом покинули нас. Сначала опустела долина, потом развалилась цитадель, затем город. Остался только дворец. Страшновато быть тут одним. Здесь мы встретим не призраков, а иллюзии. Наложница будет ждать нас. Да, вот наложница... Что это было? Сон? Наложница это еще та сучка, я бы сказал. Ну, вы скоро познакомитесь с ней поближе, ну и естественно я с ней тоже еще раз познакомлюсь. Но мостов между платформами нет. Придется перебираться по колоннам и затем прыгать вниз. Так, как мы будем это делать? Нет, нам не сюда, ни хрена, нам сюда сначала. Так, по идее вот. Это должно все обвалиться, по сути. Вот, вот видели? Охрененно, да? Ну плодородная вот. Земля чиста. Принцесса? Да ни хрена. Пошевелиться. Это наложница, она... Что, больно? Давай-ка попробуем еще разочек. Сиди тут, я ее найду. А что ее находить-то? Вон она... Так прикол в том, что Элика, конечно, не сможет сражаться ни хрена. Пока что. Человечек. Сейчас ты познакомишься с клинком, человечка. Погоди у нас. Чего? Ну, проблема в том, что вот Элика не сможет ни хрена сражаться, пока мы боремся с этой наложницей. Главная проблема.
Больше всего меня она этим и раздражает. А еще более всего меня раздражает то, что... Вот видите, она просто исчезает. Или появляется. Спеши. Какая целеустремленность? Ты ломаешь все, что попадается на глаза? Попробуй-ка еще. Да. Не так легко, на самом деле, ее завалить. Так, еще раз туда надо. Что-то она там говорит нам, но ни хрена не слушайте ее. Потому что это все брехня одна. Осторожнее с иллюзиями. Иллюзии. Да, в принципе, тут иллюзий-то нет. Единственное, колонна была иллюзия. Больше ничего не должно быть. По сути. Я больше не помню. Так, вот тут вот. Еще да. Одна иллюзия. Полезна для тренировки. Опять туда же. Она переместилась. Здесь. Извини, что напрягла тебя. Да ничего, ничего. Ты бросишь ее на произвол судьбы? Не да нет, нет. Это самый мой нелюбимый босс. Так, погодите, она... Ну, ёб твою мать, ну... Ну, куда? Ну... Ну, как так-то? Ну, блин. Ну-ка, если через нее пройти... А, ни хрена, ничего. Так, сюда нам сначала. Блин. Запутала она меня, а? Хотя, по сути, она должна в том же месте была появиться. Или нет? Точно не помню. Ну, конечно, опять это иллюзия. Дело в том, оказывается, она рядом была. Очень странная штука. Ты думаешь, что все под контролем? И тут все меняется. Ты желаешь ее видеть? Но в ее сердце только долг. Она служит своему... Странно, а почему она отпустила? Она понятно. Как она умеет разговаривать во время боя? Охренеть. Блин, я опять забыл комбо провести. Так, потом Элика. Потом мы. Потом Элика. Потом мы. А, она-то может телепортироваться, точно. Юкалумыне! Нет уж! Ни хрена! Женщина сильнее нас! Что такое-то будет? Что же делать? Ну, понятное дело, что это не женщина, простая темная сила. Против нее-то на самом деле. Так. Элика. Да! Блин, Элика! Это же вроде как Эрка, потом Элика, потом пробел, потом Элика, а потом принц. А нет. Не-э-э. 4 удара. Раз. Да блин, 2 всего лишь провернул. Еще раз. Так, раз. 2. Да ёкова меня, почему я опять это сделал? Раз. 2. 3. 4. Да, только 4, к сожалению. А если выбрать принца, сейчас попробуем. Да почему? Я же выбираю ее. Так, Эрка. Пробел. Да, только 4 максимум, к сожалению. Да, 4 максимум. Все это очень забавно. Скажи мне, что от нее можно избавиться навечно. Если мы заточим Ахримана или пройдем в покое за черными вратами. Угу. Да, только это не очень легко будет. Так, естественно. Землю чистенькой делаем. Зелененькой, красивенькой. Какая красота! Зачем мы пошли в этот храм? Непонятно. Не, ну я, конечно, могу предположить, я уже говорил. Стоять можешь? О, никогда не думал, что буду стоять на сцене. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний спектакль.
Смерть наложницы. Она не мертва. Я могу помечтать. Разве не для мечтаний все эти сцены? Если ты не будешь мечтать, никогда не станешь лучше. А если не просыпаться, промечтаешь всю жизнь. Идем к следующей плодородной земле. Ну, как-то вот они не договаривают. Такое же было в Call of Duty Black Ops. Там вообще они... То есть, когда не договаривали, они как сделали? Они просто быстро, то есть, говорили. Ну, ускоряли теперь? Запись. Так, куда теперь? Сюда, куда еще-то? Ой, туда придется нам идти. Но что делать? Так, семечко берем. Она что-то не хочет его брать. Ну, окей. Так. Потом еще успеем все это собрать. На самом деле. Можно не беспокоиться. Угу, вверх. Так, опять вверх, да? Или туда? Ну, слава богу, туда. Я уже думал, опять наверх. Туда-сюда. Хотя можно вроде быстро перемещаться, как я помню. Но что-то пока что нам это недоступно. Так. Иди. Я не упал. Ну, ёкало мне сначала. Ну что, вы издеваетесь, что ли? Так, окей, давайте пониже. Так, собираем. Оп. Давай. Все, готово. Ох, меня уже, если честно, задрало. Столько вот этих всяких... Блин. Экшн. Вот еще. Не хватает на самом деле. Конечно, Варио Вич, там... Пески времени, конечно, это все хватало. Вообще шикарно что-то было. Ну-ка, видите, какая хрень творится. Так. Перепрыгиваем. Так. Ну иди нас, Элика. Ну, по сути, нам сюда, естественно. Хотя, там мы вроде даже были или не были. А, не, ни хрена, там мы не были. Ну ладно, не важно. Так. Тут еще много вот таких подобных элементов, конечно. Слава богу, хоть головоломок тут очень-очень мало. Всего лишь две в игре, или даже одна. Что меня радует, можно сказать, потому что разрушение они такие поработало сложные. Здесь не хуже тьмы. Почему у меня такое чувство, что это дело рук не тьмы, а чего-то похуже? В последней битве с Ахриманом город был отдан воину. Наверное, это его работа. Ну, давайте поговорим. То, что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. Но если мы видели Ахримана в видениях, не он ли их создал? Нет, не он. Это сила Армузда. Храм старается сам защитить себя. Понятно. Так, сюда. Дай-ка угадаю. Старается. Он стоит на плодородной земле. Да. Вот против этого дебила на самом деле очень сложно нам будет сражаться. Так, как же нам тут обойти? А, о, Полиана. Там какое-то было средство, сейчас я вспомню. Вот какое-то было. А, там вроде дверь. В дверь его надо заманить как-то. В общем, вспомним. Сейчас разберемся. Главное к нему подойти поближе, а там уже придумаем. Тут немножко, наверное. Так. Ну что, чувак, пора кончать свою жизнь. Или просто немножко подкосить ее, как говорится. Против него бесполезны атаки. Так что вот, воину нельзя нанести ни оружием, ни магией. Понятно.
Прислушайся голосу чести. Ахриман не твой господин. Бейся с ним. Это не твоя битва. Почему мне все время указывают, что делать? Так. Как-то можно. Около мне. Вот это плохо. Ой-ой-ой, тихо. Блин, тут только магия работает. Ничем ты его... ни хрена, он ее просто укатал? Нет у меня народа. Твою мать, ну что это за знак такой? А, вы пробел. Твою ж мать. Ну ладно, ничего, у нас так. Так, ща мы этого воина. Он все-таки тоже умеет разговаривать. А я почему-то помню, что он ни хрена не говорил. Или это самый первый охотник. Так. По идее, его к этим дверям надо говорить. Да! Это будет сложно, конечно. Осторожно! Во-во-во, как его. Сейчас он начнет атаковать нас. Видите, как, в принципе, его вот так можно. Не, почему беги? Сейчас я вспомню, как его уложить. Что-то с этими дверями. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, значит, вот так. Давай! Наконец-то. Нет, это не сработало. Странно. Странно. Это тоже не сработало. Да-да! Блин, не успеваю. По идее, Элика должна сейчас наносить урон. Тихо-тихо. Так, стой. Его же нельзя так атаковать. Да, ёб твою мать, сейчас. Что ж это такое-то, а? Так неплохо, единственный раз. Да, принцу нашему не очень легко. Так, ну-ка, Элика, давай-ка. Надеюсь. Не, ни хрена. Так, сейчас вспомним, как его умочить. Давайте-ка наоборот, вот сюда отойдем. Может, наоборот, его так надо замочить, сейчас вспомню. Как точно. Так. Во-во-во-во, его вот так можно толкать, точно. Так, давайте. Тройной щелчок. В действии тройной щелчок. Есть. Вот так вот. Да, победили мы его. Все, вспомнил я его, как побеждать. Это было жутко. Да, действительно. Ну ничего, он скоро пробудится еще раз. Не еще раз, конечно. Раз, шесть, семь... Следующий парк. Так, по сути, сейчас должны открываться нам новые земли, хотя мы же вроде 60 не собрали. Или собрали? Ты видишь отсюда выход? Кажется, можно выйти там. Так, для получения на каждую силу новую землю. Сколько мы собрали? 49-60. Вот еще один. То есть это еще не все. Так, мы не можем, да? Да, пока что не можем. Но пока что мы на этом, дорогие друзья, закончим. Продолжим мы на том же месте, так что не переживайте, дорогие друзья. С вами был Зелел. До скорой встречи.